хор детской студии САС при областной филармонии имени Газизы Жубановой. Сомен, қадырменді телекөрермен, осылайша бұл Самат Смақ. Два тайма поставлю 5 минут. В одном тайме Самат Смақ отыграет за Ахтубе. Второй тайм за друзей. Я, қоштасу матча екі таймнан тұрады. Өздеріңіз естідіңіздер, жергілікті диктор Ахтубе футбол клубының медиа офицері Марат Жұмабаев. Ағамыз қазір бүгінгі кездесуде Самат Смақовтың достары мен Ақтөбе командасының ардагерлері ойнайтын айтты. Және Самат Смақов бүгінгі матчының басты қаһарманы, басты жұлдызы. Бір-бір таймнан екі командада өнер көрсететін болады. Бұл ретте қазір Қобланды Батыр атындағы стадионға жанкүйерлер әлде болса келіп жатыр екен. Ал айта кетейік, 60-қа жуық футбол ардагерлері, танымал футболшылар, бапкерлер, жаттықтырушылар сондай-ақ футзалдан Қазақстан құрамасының капитаны Димаш Құдайбергенов те осы кешке арнайы шақыртылған құрметті қонақтардың бірі. Және футзалшы ағамыз қазір үлкен футболда бағын сынап көрмекші. Ал алғаш минуттан бастап алаңға шығатын ойыншылардың тізімін айта кетсек, қазір Самат Смақовтың командасының сапында қақпада Морев, Самат Смақов қорғаныс шебінде, оның жанында Касалапов болады. Сондай-ақ Ақтөбеде ойнаған ойыншылардың бірі вице-капитан болған, кейін капитан болған Петр Бадло бар қорғаныс шебінде. Және Эмиль Кенжесариев сол қапталда өнер көрсетеді. Эмиль Кенжесариев кезінде футболшы кезінде шабуыл шебінде көбірек ойнайтын, бірақ бүгін ол қорғаныс шебінде өнер көрсетпекші. Және жартылай қорғаныста Лаврик, Карпович Андрей, Тимур Кападзе, Марат Хайрулин шабуыл шебінде, Байжанов Мақсат және Александр Гейнрих Өзбекстан құрамасының шабуылшысы. Ақтөбе командасы сапында талай жыл табысты маусымдар өткізген ойыншылардың бірі. Сонымен бұл Самат Смақовтың командасы. Алғашқы минуттан бастап алаңға шығатын ойыншылардың тізімі. Сондай-ақ ардагерлер командасының сапында ойыншыларды әріптесім Ербол Кайыров таныстырады. Да, еще раз здравствуйте. В общем-то, все готово к началу этого матча прощального для Самата Смакова, легенда Ақтөбе и сборной Казахстана. Состав ветеранов
друзей. Самата Смакова выглядит следующим образом. В воротах голкипер Сергей Боченко. В обороне Ойрат Садуов, Игорь Авдеев, Кайрат Нурдаулетов, Сергей Киров, Канат Мусатаев играет в средней линии, Константин Фриденталь, Кайрат Аубакиров, Андрей Акопянц, Дмитрий Бяков и в атаке Роман Адамов. Я думаю, подробнее по каждой персоне мы с вами остановимся, потому что очень много известных сегодня футболистов собрались на поле центрального стадиона имени Кобланды Батыра. Вы сами видите настоящий экстаз. В настоящем экстазе пребывали болельщики на стадионе. Все-таки видят своих недавних кумиров, легенд казахстанского, также актюбинского футбола. И практически каждого они громкими аплодисментами и криками приветствовали, в числе которых тот же Жасур Нарзикулов, Эмиль Кинджисариев, Сергей Струков. Должен был и Марат Хайрулин сегодня принимать участие в этом матче. Кайрат Хаширбеков, недавний любимец актюбинских болельщиков. Кстати, сейчас мячом Эмиль Кинджисари. Передача на левый край. Смаков с мячом. Первый тайм он проведет именно в этой команде. Ветераны Актобе. Неточная передача на Тимура Кападзе, 12-кратного чемпиона Казахстана. Провел пару сезонов Кападзе в Актобе. Следует о перехвате. Скарпович пытался перебросить мяч через голкипера. Немножко неточно. Здорово мяч отобрал ветеран сборной Казахстана, ныне входящий в тренерский штаб сборной алматинского Кайрата. И сейчас Сергей Боченко вводит мяч от ворот. Воспитанник семейской школы футбола, давний друг Самата Смакова, также воспитанник Нуржана Кабдиновича Дисимбаева. Передачу сделал Акопянц. Заметьте, все игроки сегодня выступают под восьмым номером. С фамилией Смаков. Но это дальний удар по воротам Андрея Морева, уроженца города Омск, воспитанника российской школы футбола. Он вообще свою карьеру начинал вместе с Олегом Мусиным, этническим казахом, который также, как и Морев, впоследствии был приглашен в сборную страны. Нурдаулетов, Садуов, Игорь Авдеев. Пас Авдеева на Андрея Акопянца. Вообще Акопянц долгое время выступал в российском чемпионате в клубе Ростов. Именно там пересекся Смаков с ним. Тогда команда называлась Россельмаш. Нам очень часто Самата Смакова показывает. Он сегодня действует на правом фланге обороны. Карпович. Лаврик. Ищет передачу. Известный белорусский полузащитник. Кстати, с ним в Актобе очень здорово выступал, потому что занимал очень ответственную позицию в центре поля. Хороший был отбор у Андрея Лаврика. Имел качественный первый пас, и благодаря этому актюбинцы в Еврокубках успешно начинали атаки. Это хорошая передача. Вперед! Александр Гейнрих оказался один на один с Сергеем Боченко. Срывает аплодисменты голкипер друзей Самата Смакова. Передача Аубакирова. Следует перехват. А там Андрей Лаврик пытался мяч отобрать. Сборная Беларуси. Лаврик выступал в свое время в пермском Амкаре и в ряде других клубов. В том же минском Динамо. Динамо выступал. Лаврик, как раз он с мячом. Скандирует Актобе. Любители футбола на трибунах стадиона центральные в этом городе. Напомню, два тайма по 45 минут сыграет, и Самат Смаков успеет поиграть как за одну, так и за другую команду. Садуов. Константин Фриденталь, воспитанник семейской школы футбола, поиграл вместе со Смаковым Елимаем. Авдеев. Пас вперед. Налево. Следует заброс вперед. То будет бить.
попытались пробить. Не ошибаюсь, это был Роман Адамов, бронзовый призер чемпионата Европы, бывший футболист Ростова, а также